Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Резидента 8. Что ж, нас тут... тут Толстый привез куда-то. Точнее, мы знаем, куда это, к алтарю. Подождите, давайте-ка мы быстренько посмотрим, что у нас здесь есть-то. У нас есть патроны сюда? Сюда есть патроны или нет? Хочу прикупить немножко. Есть фугасы 5 штук. Блин, 5 штук не очень много. А, есть еще 4. То есть уже 9. И света шумовой нахуй не надо. Я бы фугасов прикупил, на самом деле. Эй, Толстый, блядь. Главный герцога, вы найдете все, что нужно для решающей. Так, Толстый, сейчас, подожди. На сколько денег? 98 тысяч. А у тебя есть? Блядь, а у него фугасы-то не продаются, что ли? Да ладно, блядь. Как, блядь, не продаются фугасы? Ты че? Нет, 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 почему? Оружейные. Оружейные, это же пистолет. Возможно, мы больше не свидимся. Как, блядь, не свидимся уже? Так, погоди, 2100 урона. У нас есть вот эта штука, она очень мощная. Может, улучшим тогда? Твою мать, деньги. Погоди, стоп. Здесь боезапас нахер не нужен. Здесь все нормально. Тут, в принципе, тоже все нормально. Перезарядку бы, конечно, ну, нахуй не надо. Давайте тогда 2-300 урона сделаем. На последний. На последний, так сказать. Тряхнем, блядь. Кошелек. А что, запчасть, цилиндр? Сигара. А сигары я продать, что ли, могу просто и все? Хуй с ним, оставим. Оставим, погнали. Блять, подожди. Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся. Такое ощущение, как будто он в натуре нас больше не увидит. Заберите Миранду, погоди-ка. А мы можем сделать вот это? Два фугаса, да? Свет шумовой нахуй не нужен. Аптечки есть 6 штук. Давай сделаем. Все, фугас нет у нас. Больше не можем. Я думаю, если сейчас какая-то битва будет, я думаю, нам хватит. 11 фугасов плюс. Так, плюс, подожди, нам надо тогда поставить миротворца, блядь. Где ты? Вот. Миротворец, блядь. Так. Что я сделал? Зачем? Куда? Вот это, выбрать. А как? Подожди, я же забыл, как на кнопку-то назначить? Ты сука. А, вот, быстрый доступ. За место вот этого тогда я возьмем. Все. У нас, значит, миротворец. А четверочка. Так, единица. Заряжай, ты че? Дядя, блядь. Я по-прежнему, кстати, не знаю, как переключать между светошумовыми и фугасными. Отвечаю, не знаю, блядь. Так, ладно, давай пистолет пока возьмем обычный. Оп. 170 пулек, нормально. Тем более мы им сейчас уже не пользуемся. Тем более сейчас уже им не пользуемся. Ну не, по-любому кто-то же должен тут выскочить. Тут, кстати, шкатулка где-то валяется еще одна. А я бегать не могу, прикиньте. А шкатулки больше нету. Пара-пара-пам. А мы так не разгадали ее секрет. Сука, тут вообще тупик. Ах, тупик. Может быть, побежим, нет? Ну, алтарь вон, там, где огонек, его уже видно. Они ж тут все близко, все недалеко. Нет, все, шкатулку спиздили. Я не знаю, даже предположить не могу, что там могло быть. Мы не нашли запчасть на продажу. Че? Отвали. Так, это кто? Да, сука, руки дергаются, блядь. С работы пришел только что. На нахуй. Устал, блядь, я маленько. Че, че это, блядь? Как он... Почему такая хуйня с картинкой? Зачем? Как будто в 5 кадров работает, блядь, не знаю. Ладно, с этих тоже ничего не падает уже. Как бы хрен с ними. А, подожди, алтарь, тут, блядь, алтарь-то был. Это мы уже идем наверх. Погоди, или алтарь там дальше еще один? У нас там два чего-то такого похожего было. Я попадаю.
Я попадаю. Ах, сука, мимо. Попал. Попал. Я хочу пострелять из нашего этого миротворца. Хотя бы разок, блядь, стрельнуть-то. За всю игру... Блядь, убери, блядь. За всю игру ни разу из него не пальнули. Вперед. Я даже не знаю, сколько у меня патронов-то от него. А сколько патронов у меня от него? Где от него вообще патрон? Это? Нет, это снайперка. Вот это? Нет, это стандартный патрон пистолета. А, вот, 5 штук. Блять, вообще мало, погляди-ка. А их ведь сделать можно, правильно? Да, только я умения не купил, по-моему. Изготовление их. И хуй с ним. Сигара. Сигара ничем не соединяется, просто... Сигара из Кубы, насквозь сырая. Ценная. Из Кубы. Кубинская сигара, блять. Сам Фидель курил ее, не докурил. Что тут? Изучить. Юная Эва, моя прекрасная дочь, иди ко мне. Ева, это ты? О, я так по тебе скучала. Что? Почему я теряю силы? Роза! Миранда! Интересно, у тебя необычное тело. Отдай мне Розу, слышишь? Ничего, я убью тебя правильно. Вперед, давай! Пусти! Я приближала этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? Я свое заберу. Я исполню свою мечту! Нет! Роза! Моя! Что за хуйня? Ты исполнил свою роль, Уинтерс. Ты истребил мое лучшее потомство и пробудил великие мигрицы. За крошку Розу не тревожься. Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь умереть спокойно. И навеки. Ты ведь знаешь, как сильно мать любит свое дитя, верно? Нет, уж, ты не уйдешь. Верно? Почему ты решаешь мне? Черт. Да когда до тебя дойдет, что Роза моя дочь, а не твоя? Он меня из пучины отчаяния. Он даровал мне эту чудесную силу. Да, но она же только снесла тебе крышу. Да. Умри! Так, так, свет выключили, суки. Что за нахуй? А ты, Уинтерс, можешь смело верить. А, сука. Отдохни. Чёрта с два. Умри, 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 умри. Бля, погоди, как-то надо попасть в неё, что ли? Я только на звук, я на самом деле. Я верну свою дочь! Блядь, ёпты мать, не успел. На звук только стреляю. Где-то здесь, ага. Я понимаю твои чувства. Блять, мимо, блять. Опа, свет дали. Честное слово. Так, что за хуйня? Действительно. Срастив Роду с мегамицелием, я смогу наконец возродить свою дочь. Ёб твою мать. Я ждала столетия. Столетия. Все ради этого дня. Да, блять, перезаряди ты нахуй его. Где эта сука? Вон она. Ой. Может, это тебя убьет? Кто меня убьет? Патроны для дробовика 4 штуки. А, вижу. Мимо, что ли, блядь? Лови, сука.
Перезаряжай. Почему ты мне мешаешь? Ты одной ногой в могиле. Зачем тебе Роза? Роза моя дочь. Больная ты тварь. Настал твой час. Что, ёб твою мать. Умри. Перезаряжай, блядь. Почему он сам не перезаряжает? Ой. Ой. Где этот мразь? Ходячий труп. Ой-ой-ой. Это твоя смерть, Итан Уинтерс. А сейчас, чтобы ты исчез навсегда. А что, нет патронов? Дробовик есть. На всякий случай. Всегда есть дробовик, который помогает и выручает. Все, сдохло, что ли? Бля, какая-то битва не очень эпичная, я бы сказал. Моя дочь! Моя Ева! С Гейзенбергом гораздо интереснее было. Это что-то какая-то скучная, она даже не атакует практически. Хорошо. Итан! Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись! Крис. Итан, ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан, надо идти. Итан, шевелись. В этой штуке бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт! Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива! Мия, я люблю тебя. Прости. Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй! Эй! Сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Чтоб тебе! Прощай, моя девочка. Итан. Ah!
Вверх! Вверх! Поднимай нас! Стой! Где Итан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Мия, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю. Скажи, что случилось? Где? Что это? Сказал же тебе, сядь. Нет. Где Итан? Крис, что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа, взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб БСА. Они заплатят. Блин, тут играет сто пудов, сделано с заделом. Точнее, концовка сделана с заделом на продолжение. А Capcom смогли, на самом деле. Мне игра очень понравилась. Блин, классно. На самом деле, мне, я уже говорил тысячу раз, никогда не нравился персонаж Итан. Но в конце он поступил как настоящий мужик, надо признать. Молодец. Да, вообще... Я даже не знаю, с какой частью ты ее сравнить. С четвертой, может быть, действительно. Прям игру это в напряжении держит порой. Нету никаких вот этих вот заморочек с патронами, как в седьмой части. Сюжет классный. Классный сюжет. И самое-то главное, персонажи такие любопытные, интересные. Чего стоит только Димитреску. Но мне на самом деле и кукольница даже понравилась. Я имею в виду не в том плане, как персонаж. Будем ждать с нетерпением продолжения. Игра здоровская, крутая. Действительно, можно назвать игрой года, я думаю, даже. С вами был Малдер, всем спасибо, что смотрели все это время мои серии по прохождению данной игры. До новых, собственно, игр. Всем пока. Взяла сполна. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркале. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар.
Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Because of you.
думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа на рыбу. Что очень похоже. Хотя... Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелина. Не смей меня так называть, понял? Эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю.